Глава 6. Книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Привычка привлекать процветание, изобилие и фортуну, используя положительные утверждения. Сила аффирмаций. А что же такое положительное утверждение, аффирмация? Это та формула, которую мы выбираем для себя и повторяя ее регулярно и многократно. Она воздействует на наш мозг. Таким образом, мы можем закладывать в наше подсознание все, что мы хотим и желаем иметь, а также видеть своей реальностью. Меня восхищает пример голливудского актера Джима Керри, который использовал положительные утверждения и настрои, и будучи никому неизвестным начинающим актером, вот что он рассказал в интервью в 1994 году. «Я всегда верил в волшебство. Сидя без дела в этом городе, я каждый вечер поднимался на Малхолланд Драйв, раскрывал руки и, озирая город внизу, говорил: со мной хотят работать все, я действительно хороший актер, меня ждут великолепные предложения».